На библейский портал Экзегет поступил вопрос. Каждый человек унабревается помыслами, как в них разобраться и когда нужно в них каяться. Дорогие друзья, вопрос очень сложный, очень важный. Давайте скажем, что тема помыслов и борьбы с ними, она по-разному воспринимается людьми, которые живут в миру и которые ушли в монастыри. Чем отличается жизнь монашеская? Она отличается главным образом своей такой сосредоточенностью на главном. Вот если монах ушел в монастырь и живет рассеянно, он никакой не монах, он такой же мирской человек. Какая главная беда мирской жизни это рассеянность и суета. Соответственно, вот в этой суете и в этих многозаботливых делах, где все перемешано, мы постоянно обуреваемся разными помыслами. Что-то купить, куда-то сходить, кому-то позвонить. Обратите внимание, как начинается ваш, ваш день. Первые минуты нового дня, первые секунды наступающего дня. Разве, честно сказать, вот мы делаем то, что сказано в молитвословии, прежде всякого дела, осени себя крестным знаменем, постой, или даже, может быть, полежи в кровати своей, хотя бы первые минуты дня посвяти Богу. Кстати, это очень важное светотическое правило. Чему ты отдаешь первые минуты наступающего дня, с тем ты и будешь жить этот день. Если ты отдал суете, все. Суета тебя закрутит, завертит, и ты будешь как белка в колесе бегать. Если ты спокойно, спокойно проснувшись, начал первый день с молитвенных слов или включил себе даже на телефоне главу Евангелия, еще лежа в кровати, ты вот просыпаешься под звуки священного писания. Значит, ты полагаешь в основании дня правильное духовное основание. А, теперь вернемся к помыслам. Итак, а, враг, дьявол, он всегда м, находит в нас лазейки, в нашей душе, для того, чтобы нас отводить от главного дела, да, нам портить нашу духовную жизнь. Дьявол часто, или бесы, они часто изображаются в виде таких лучников, которые запускают стрелы. Иногда этих лучников целая, целая армия, сотни. И летят стрелы в человека. Такой образ. А стрелы бесовские – это помыслы. То есть, как может бес человека толкнуть на грех? Только с помощью мыслей. Потому что бес – это существо духовное. Это существо ангельское, не имеющее плоти. Поэтому взаимодействие с человеком происходит только на духовном уровне, на уровне желаний, мыслей и чувств. И вот а, человек внимательно живущий, он должен эти помыслы отслеживать, он их должен фильтровать. А главным а, таким вершиной да, духовного, духовного состояния является дар рассудительности. Рассудительность касается не в наших внешних поступков, когда спрашивают там у священников, в какой институт поступать, жениться ли на этой девушке, переезжать ли в сельскую местность или жить в городе, да? Это все такой детский сад достаточно. Самая вершина – это когда человек может различать помыслы. Почему? Потому что с помыслом начинается все и хорошее, и плохое. Вот старцы настоящие. Наверное, сейчас такие есть, они могут эти помыслы э, отличать и в них ориентироваться, в них разбираться. Не только в своих, да, но даже в тех, которые, которые им открывают ученики. Кстати, вот очень много интересных таких книг духовных, но они очень серьезные книги, но ну, самые из них знаменитые это ответы преподобного Варсонофея Великого на вопросы учеников. То есть такой сборник вопросов, там около тысячи вопросов, на которые эти старцы давали ответы. Что касается ответственности человека за помыслы, повторю, что ответственность наступает, когда человек дает согласие. Вообще за всякий грех, который, всякий грех, который человек совершил, он ответственен. Почему? Потому что это его добровольное дело. Вот если говорить строго, когда человек не хочет, он не согрешает. Всегда согрешает человек добровольно. Понятно, что его подталкивают, подталкивают бесы, соблазны, падшая природа, там, плохое воспитание и так далее. Но в конечном итоге ты отвечаешь за то, что ты сделал. Вот. Поэтому помыслы – это особая сфера. Это, это м, тема, которая должна затронуть человека только в том случае, когда он уже исправил свои действия, поступки. Ну, например, рассмотрим эту, этот, этот э, пример на страсти гнева. Ну, бесполезно бороться с гневливыми помыслами тому, кто распускает свои кулаки, который может подраться, кому-то дать подзатыльник, который может крикнуть матом или выразиться громко, да, то есть человек еще не одолел, не победил самую первую степень грехов, которые нужно, с которых нужно, собственно, и начинать христианскую жизнь. А вот когда у человека исправ, более-менее исправлена жизнь внешняя, то есть поведение, слова, вот только после этого он может уже отслеживать свои мысли. То есть он уже некоторую, так сказать, стадию греха он уже отрезал от себя но корень остался. Вот мысли это корень, из которых все растет. Это все равно, что скосить траву косой, а корни оставить в земле. Ну да, красивый лужок скошен, но через неделю будет опять, опять э, трава и с травой сорняки вырастут. Поэтому мы должны здесь, э, наверное, обращаться к литературе духовной, потому что самому человеку невозможно отслеживать помыслы и верить, что точнее верить и знать, что только благодать Божия, которая приходит в наш внутренний мир, где должна быть подготовлена вот эта обитель, как мы человека называем, или храм, или дом, куда может прийти Дух Святой, чтобы он не возгнушался этого, этой нечистоты внутренней. Вот только тогда он, придя к нам, приди, вселись Господи, да, и очистен от всяких скверны, как мы молимся. Вот только его действием его действием может очищаться внутренняя природа человека. И после этого бесы с особым м, таким остервенением пытаются осквернять человека. Поэтому кто хочет бороться с помыслами, он должен настроиться на тяжелейшую духовную работу. Работа, которая не прекращается до конца жизни, пока человек в гроб не ляжет. Поэтому еще раз говорю, что в миру живущем, наверное, очень трудно Достигать чистоты помыслов, но ну, ну, ну не знаю, как надо жить, чтобы выйдя из дома, э, так сказать, заходя в магазин, в общественный транспорт, пересекаясь на работе, отвечая на звонки, не рассеиваться, не отвлекаться, не соблазняться какими-то взглядами, мыслями там, и так далее. Вот монаху, конечно, в этом смысле и легче, труднее легче, потому что внешнего э, раздражителя меньше. Но внутренняя работа тяжелее, потому что он сопротивляется э, напрямую вот этой бесовской силе. И он постоянно находится под этими ударами и обстрелами. Там, если в мирян, грубо говоря, одна стрела да, в минуту, да, то в него 10 стрел. И чем выше человек поднимается вот в этом духовном состоянии, тем больше его бесы соблазняют разными мыслями. И не забывайте, что ведь бесы – они ангелы и у них есть ангельский ум, хоть и поврежденный. И они борются с особым, таким утонченным способом с человеком. Конечно, Бог попускает только то, что человек может выдержать. Но борьба это очень тяжелая, очень продолжительная, вот, где неизбежно поражение, вот, ну и где, конечно, помощь Божия всегда рядом с тем, кто борется. Так что вооружимся терпением, будем верить, что Господь рядом с нами, и сами будем прилагать старания для того, чтобы наши мысли, которые часто бывают скверными, блудными, злыми, похотливыми, чтобы они помощью Божией из нашего сердца уходили, из нашего ума. И тогда придет благодать Божия, которая нас успокоит, наполнит светом, ну и поможет жить по-христиански. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.